Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. И, как и обещала, я продолжаю рассказывать о своих полочках в своей ванной комнате, чем я пользуюсь. Итак, я продолжаю использовать систему против выпадения волос. Она у нас состоит из 4 продуктов. Это активный шампунь против выпадения волос. Очень хорошо очищает волос, действительно. И хватает на 3 дня, то есть в течение 3 дней волос кажется чистым. 150 мл, поэтому на мой длинный волос, да, соответственно, на вот программу, именно комплекс, да, когда я прихожу, мне необходимо 2 таких шампуня. Вот. Очень хорошо укрепляет шампунь, действительно, и после первого даже применения этого шампуня волосы выпадают действительно меньше. Следующее, что я после того, как помыла голову, подсушила волосы полотенцем, я наношу на корни, втираю в корни волос разогревающую маску. Она очень хорошо греет, прямо это чувствуется. И за счет этого улучшается микроциркуляция. И это способствует росту новых здоровых волос, а также как раз выпадению волос. Да? 83-49 артикул, здесь 100 мл. Тоже на вот именно на вот эту систему, на курс мне необходимо вот именно 2 упаковочки таких. То есть вот это новое как раз, значит, видите, запечатанное, та у меня закончилась, а эту я открою в следующий раз, когда буду мыть волосы. Укрепляющий гель-бальзам у нас появился не так давно. Я его взяла, конечно, дополнительно. Обычно я использовала только ампулы к маске разогревающей, также к шампуню. Здесь еще и укрепляющий гель-бальзам. Его можно использовать самостоятельно в течение дня, либо вечером. Он не требует смывания. Тоже укрепляет волосы и сокращает выпадение. То есть вот такой комплекс. То есть вы наносите и оставляете волосы. И вот такие ампулы. Это у нас концентрат против выпадения волос. Здесь 6 ампул. То есть на одно применение достаточно 1 ампулы. Вот эту жидкость вы, кончик просто очень удобно, спокойно откручивается. И вы благодаря вот такому дозирование очень удобно, да, вот такой упаковочки вы наносите на корни волос. И все, и оставляете. Также смывать не нужно. Кстати, я хотела сказать, так как у меня волос сам по себе жесткий и густой, да, если не использую кондиционер либо маску после того, как я помыла шампунем голову, я их просто расчесать не смогу. И поэтому в корни волос я втираю вот эту маску, а на всю длину оставшуюся я наношу либо кондиционер, либо любую маску, которая вот есть для волос. И оставляю также все вместе, да, на 5-10 минут, а потом смываю. И прекрасно волосы расчесываются, блестят и так далее. Вот расчесочки, кстати, массажные. Это дочерина расческа такая клевенькая. Это моя массажная, очень удобно. Резинки вот такие у нас есть. Кстати, они цепляют волосы. Рекомендую. И никак не могу начать вот эту процедуру, да, у нас есть горячее обертывание для поврежденных волос. Эту систему я уже попробовала, это салон Kia у нас серия. Мне очень понравилось и бальзам, и шампунь, и маска, да, укрепляющая как раз с кератином. Это у нас все в комплексе тоже, это вот 4-й у нас именно продукт в этой серии. Горячее обертывание. Здесь в упаковке получается вот 3 вот таких тюбика, то есть один тюбик на одно применение. Я не пробовала, поэтому сейчас ничего сказать не могу. Как им пользоваться, я тоже как только попробую и спробую, я вам обязательно расскажу в ближайшем вот обзоре, который я буду делать. Так, дальше. Любимые мои продукты — это из серии «Эксперт», эликсир для волос масла мамлы. Девочки, я его очень люблю. Я прямо вот всем рекомендую его заказывать. Его хватает, во-первых, надолго. Вот такой дозатор здесь. Да.
Наношу я его на также влажные волосы после того, как я помыла голову, да, подсушила полотенцем. Я по всей длине наношу вот этот эликсир, то есть выдавливаю на ладошку и ручками все это распределяю по волосам. Очень хорошо, во-первых, блеск придает волосам, да, а во-вторых, он способствует тому, что волосы распрямляются, выпрямляются и расчесываются волосы очень легко, прямо, да, ну, спокойно, то есть мне очень нравится и пахнет очень приятно. То есть, ну и плюс состав как бы маслица, да, но с укрепляющим эффектом таким обладаем. Вот даже у нас вот технология глобальная реконструкция. То есть, вот эта серия мне очень нравится, и я уже на 4-й тюбик использую и буду использовать, и заказывать, и заказывать. Также у нас в серии «Эксперт» появилась новиночка 11 в 1 BB Beauty бальзам для любого типа волос. Я его тоже заказала, ну так как новинка, я все пробую на себе, потом вам рассказываю, да. А нам вот производитель обещает сейчас восстановление по всей длине, активное питание, увлажнение, роскошный блеск, шелковитость, термозащита, мягкость, гладкость волос, антистатический эффект, легкое расчесывание, укладка, контроль над сечением. Ну, по мне, я также попробовала, да, вот я несколько раз его использовала, наношу на влажные волосы. Можно самостоятельно что тот бальзам наносить в течение дня, в любой день абсолютно, хоть каждый день, на сухие волосы, то есть для придания дополнительного блеска и антистатического эффекта. Вот. Ну, если честно, мне больше все-таки нравится вот этот эликсир для волос масла мамны. Как-то волосы более мягче, мне кажется, после применения вот этого масла, ну, вот этого эликсира. Далее, что я еще использую в салон Kia, мне очень нравятся различные кондиционеры, бальзамы, сыворотки из этой серии, постоянно пользуюсь тоже, да, как бы я их варьирую, то один, то другой, здесь получается три масла в состав входят, да, и плюс еще я аргинин, поэтому питание, во-первых, увлажнение очень хорошее, также у него антистатический эффект, и он волосы как бы уплотняет, и они не пушатся, то есть они становятся гладкими. И плюс аромат у него такой классный, вообще дорогой. Это двухфазный такой спрей, да, то есть его необходимо для начала взболтать, а потом уже вы его распыляете. То есть вот такой распылитель здесь, дозатор. На волосы наносите, плюс очень хорошо придает блеск волосам, то есть волосы действительно блестят. И плюс он еще обладает такой, знаете, термозащитой, как бы, чтобы волосы лишний раз тоже не повреждались во время укладки волос. То есть, ну, классный бальзамчик, он мне очень нравится. Эта серия у нас без силиконов. То есть, вот кто любит, кто пользуется, вот попробуйте приобретить. Я думаю, что вам эта серия очень понравится. Также у меня есть несмываемый экспресс-кондиционер. Он у нас идет, эта линейка идет для сухих поврежденных волос. Вот как раз перед укладкой мгновенно увлажняет волосы, действует как моментальный антистатик и заметно облегчает расчесывание. Он очень хорошо увлажняет волос. Вот. Я им очень редко пользуюсь, ну, тем не менее, я пользуюсь. Так, и есть еще у меня также, как появился у нас этот на шампунь, я его, конечно, заказала, сухой шампунь, я попробовала действительно 3 дня голову не мыть, да, а потом нанести на корни волос, как рекомендую, встряхнуть этот, значит, баллончик, далее нанести на корни волос, руками прямо хорошо потереть их, да, в корни волос втереть и в волосы, и потом просто расчесать. Ну, действительно, вот эта жирность уходит, я вам честно скажу. Конечно, лучше помыть, но если нет возможности помыть волосы, действительно, может быть, в поездке где-то, да, вам надо из поезда или из самолета выйти, и волосы, чтобы были не жирные, а выглядели хотя бы более-менее чистыми, то это, конечно, очень хорошо выручит вот это средство вас, поэтому, ну, действительно рекомендую тем, кому вот нужна будет вот именно вот такая помощь, да, в помывке в срочные волос, скажу вам. И вот следующая маска для возрастных волос, про которую я вам вчера рассказывала, да. Обожаю эту маску. Это, кстати, маску я начала использовать. Никогда раньше не обращала на нее внимания, да.
Ну, мне мой замечательный клиент порекомендовал, например, просто восторженно так рассказывал об этой маске. Вот. И у нее волосы, я бы не сказала, что длинные, да, слишком, но она так восторженно рассказывала, что, говорит, я ее с удовольствием ей пользуюсь. Любыми другими шампунями, но маска именно эта. И она действительно активно восстанавливает материю волос от корней до кончиков, возвращая волосам блеск и пластику. Поэтому, у кого есть длинные волосы, и тем не менее, их вы только кончики подстригаете, волосы нужно восстанавливать. Смотрите, как она блестит классно. Передаст видео или нет, я не знаю. Она обалденно пахнет, во-первых. И волосы после этой маски очень хорошо блестят. Ну и восстанавливают, они какие-то крепкие, становятся гладкими, тоже плотными. Также наносите, после того, как волосы помыли, наносите плотно, прямо обильно, да, и оставляете в идеале на 30-40 минут. Ну, походите, вы поделайте что-то. А потом смойте, волосы вам скажут спасибо. В принципе, все по уходу за волосами, да, все я рассказала. Ну вот, есть такие спреи, они как бы для тела и для волос ароматизированные. Очень вкусно пахнет, здесь манго и папайя, увлажняет очень хорошо волосы, да. И такой спрей у нас тоже летняя коллекция, очень вкусно пахнет, такой цветочный аромат, с перламутром также блеск придает, но это куда-то на выход. Также на волосы можно и на тело нанести, вы будете без всякого парфюма очень вкусно пахнуть, приятно. Поэтому пользуйтесь, если... какая-то информация показалась вам полезным, то я вам благодарна за то, что вы послушали меня. Всем удачного дня, всего доброго, до свидания.